Владимирская мэрия судится с Белым домом из-за финансирования школ и детских садов. В горадминистрации считают, зарплата младшему персоналу и работникам хозяйственных служб детских садов должна выплачиваться из регионального бюджета. Практически во всех сопредельных областных столицах эти полномочия, как и предписано законодательством, исполняют региональные власти. Да, как-то так сложилось в свое время, что во Владимире это возложено на скудный муниципальный бюджет. И мы просто просим привести в соответствие со здравым смыслом и законом вот эту позицию. Сумма, о которой идет речь, существенна для городского бюджета. В 2019 году на зарплату работникам детских садов должно пойти почти 430 миллионов рублей. Сейчас эти средства заложены в казне, но город хотел бы их сэкономить и направить на ремонт образовательных учреждений. К сожалению, вот переписка, которая осуществлялась ранее, как бы не дала результатов, противоречие не разрешилось, поэтому сейчас уже начато судебное разбирательство на эту тему. И, конечно, если спор данный разрешится в пользу органов местного самоуправления, то мы получим просто очень существенную финансовую поддержку, которая, безусловно, будет направлена исключительно в интересах жителей города и наших детей и позволит нам тщательно, качественно, более качественно ремонтировать все здания и сооружения. Бюджет городского управления образования почти 4 миллиарда рублей. Но львиная доля, порядка 90%, уходит на зарплату, питание детей, коммунальные платежи и налоги. Оставшихся средств не хватает, чтобы поддерживать в порядке здания, большая часть которых была построена полвека назад. Только 7 зданий, у нас их более 150 зданий как таковых. Только 7 этих зданий построены после 2000 года, все остальные построены в прошлом веке, и большая часть этих зданий – это 40-е, 50-е, 60-е годы постройки. Понятно, что содержание в порядке этих зданий требует все более и более увеличивающихся с каждым годом средств. В этом году из-за внезапной оттепели потекли крыши в школах и детских садах. Больше всего проблем с протечками в школах номер 47 и 24, а также в детсадах номер 26, 81 и 68. Но ремонта требуют не только крыши. У нас только в детских садах порядка 2500 окон, которые требуют замены. У нас многие сады и школы требуют замены входных групп, ремонта лестниц. Значит, безусловно, требуют внимания фасады, которые тоже в достаточной части зданий имеют очень неприглядный вид. В горадминистрации уверены, если удастся вернуть средства, которые сейчас уходят на зарплату, это позволит провести необходимый ремонт в образовательных учреждениях, не привлекая средств родителей. Татьяна Гордеева, Виталий Сергиев, Губерния 33.